По адресу Верхней Пролетарская, 16, в городе Одинцово, ремонт начался еще в июле этого года. Председатель Совета дома Сергей Константинович считает это значимым событием для жильцов. Ведь в их многоэтажке одновременно проводятся работы по ремонту фасада, кровли, замене входных дверей и подъездных окон. Обширная программа, связанная с повышением энергоэффективности дома. Мы таким образом, проведя этот ремонт, закрываем тепловой контур, у дома уменьшается теплоотдача, и в итоге расход тепла уменьшается. Соответственно, как итог, в длительном периоде собственники жилья увидят меньшие затраты на отопление. В этом году в программу проведения капитального ремонта попали 112 многоквартирных домов в округе. В ходе своей рабочей поездки депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал результаты капитального ремонта фасадов и кровель сразу нескольких домов в Одинцово. Рабочие показали материал, который использовался для утепления фасадов, и даже продемонстрировали их огнестойкость и способность удерживать тепло. Качество ремонта кровель депутат также проверил лично. Фронт очень большой, масштабный и, конечно, требует высокой ответственности и подрядчиков, и тех, кто работает здесь, и управляющих компаний, с тем, чтобы обеспечить контроль качества выполнения выполненных работ. На некоторых участках работы уже подходят к концу, а где-то они только начинаются. Кстати, подрядчики заверили, что все работы проводятся с соблюдением закона о тишине, чтобы не доставлять неудобств жителям. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».